Мы достаточно терапевтируем, семечки, да, все. Нажимаешь начало режима, а дальше пошел контроль. А что там нужно? Поливать? Нет, здесь стоит гидропонная установка. Достаточно, чтобы выросло. Да. Все подключается. Наши реальные партнеры, это СВЧ, обработка композитных материалов и эластомер. В общем, удивительная вещь. То есть модификация материала идет не в момент его приготовления синтеза, а уже на готовом изделии. То есть, если мы обрабатываем изделие СВЧ излучением определенной технологии, то оно приобретает особое свойство. Хотел поблагодарить всех организаторов за такое нестандартное мероприятие, подчеркивающее именно год науки и инноваций в таком электронном, цифровом формате. Принципиально важно, что мы еще раз открыли возможности дополнительные и универсальность нашего парка именно российской истории. Дорогие друзья, 11-й салон призван стать демонстрационная площадка итогов объявленного президентом года науки и технологий. Владимир Путин подчеркнул, что в глобальной конкуренции выиграет тот, кто лучше использует технологии будущего в интересах людей для повышения качества жизни, и Россия должна быть среди лидеров. Сегодня нам с вами важно оценить собственный вклад в это лидерство, воочию убедиться, что Саратовская область следует всем трендам инновационного развития. Первое. Это мощная научная база в лице СГУ, СГТУ, аграрного и медицинского университетов. И еще раз мы сегодня в этом убедились.